Господь. Стоять бояться? Полиция нравов? Оставаться на своих местах, детективное агентство. Ну, что ты скажешь в свое оправдание, похититель? Ты обвиняешься в краже. Парикамику, ты обвиняешься в краже плаща Акацки. Ну, говори. Я всего лишь волонтер, собираю потеряшки. Вообще первый раз, не убивайте! С тобой разберется полиция, а не мы. Все нормально. Нормально, ребята, мы не пристаем. А? Подожди, мою кепку все-таки украли. Дело принимает серьезный оборот. Мне нужно выпить кофе, немного подумать, поэтому пойду.